Здравствуйте, друзья! Это пересборка видео по стилизации изображения под аниме. Я пересмотрел свои видео и решил, что я был неправ. Нельзя выпускать такие длинные и душные видео. Кто хочет немного помучиться, конечно, и посмотреть исходник, вот ссылка на душное видео. Тебя как, сразу прикончить? Или желаешь помучиться? Лучше, конечно, помучиться. Под видео. Кто хочет посмотреть кадры в большом разрешении, уже обработанные, всю съемку, ссылка тоже под видео. Приятного просмотра. И для этого потребуется первое – референсы. Или по-русски – шпаргалки, которые стоит очень дотошно изучить. Второе – модель. Как только я начну обрабатывать фото, вы скажете: «О, так модель вовсе не важна. Важно, как ее обрабатывать». И будете правы. Модель в подобных проектах выступает именно как модель для создания на ее основе того, что вы задумали. Но есть важный момент. Чем больше модель соответствует вашей задумке, тем меньше будет возни на постобработке и тем более реалистичным будет конечный результат. А если вы собрались сделать серию из всего-то 10 кадров, но каждый займет по 2 часа обработки, то вы таким образом потратите 20 часов непрерывного, кропотливого труда с весьма сомнительными результатами. Проблема здесь еще в том, что в каждом кадре персонаж должен быть одинаковым. Если модель требует объемных изменений, то о сходстве из кадра в кадр можно забыть. Третье. Аниме – это стилизованное, а не реалистичное изображение. Однако нужно быть очень осторожным, чтобы не наделать уродов. Итак, начнем. После изучения референсов мы узнали, что голова персонажа выглядит как детская. То есть, линия глаз на такой же высоте, как у 5-летнего ребенка. А это значит, нижнюю челюсть даже у самой нежной девушки нужно будет еще более облегчать. Второе. Персонажи аниме и даже хентай имеют длинные, довольно тонкие ноги и круглые ягодицы. Грудь может быть любая, но не бывает, чтобы ее не было вовсе. Особые тонкости. Мейк модели должен быть нежным. При этом подбородок, кончик носа и зоны сразу под глазами должны быть чуть более розовыми или загорелыми, как у ребенка. Так как солнышко светит сверху, а у детей именно эти участки оказываются на солнце чаще всего. Ну, то есть, прямо под глазами смотрит вверх. Вот эта часть, носик, его верхняя сторона, спинка носа и, конечно, подбородочек. Допустимы небольшие веснушки, но немного. Глаза, кстати, не обязательно должны быть огромными. Есть серия аниме и с почти нормальным размером глаз. Но на глазах безусловный акцент. Нос у большинства аниме персонажей практически отсутствует. Губы никогда полными не бывают. То есть, нам нужна модель небольшого роста, с тонкой талией и длинными ровными ногами. Худенькая. Все косточки должны быть тонкими и скрытыми под кожей, что в реальности и тем более в России очень трудно найти. Поэтому нам придется поработать на постобработке. В качестве модели была выбрана Анна Овчинникова. Очень даже подходящая модель. И давайте приступим. Скажу сразу, что все действия я буду производить только мышью, хотя часто пользуюсь и планшетом. Но вот эта задача спокойно решается и с помощью одной только мыши. Давайте посмотрим в рост. Что это у нас за модель? Насколько она подходит? О, глаза у нее здоровенные. Нос, разумеется, нам придется что-то делать. Еще я попросил ее ничего не делать с губами. Мало того, в центре даже чуть более ярко покрасить и по краю совсем нежно. Глаза в культуре аниме на такой высоте говорят о возрасте старше 40 лет. Поэтому надо что-то делать. То есть, вот эту вот щеку редуцировать и подбородок. С ним надо что-то делать. Давайте посмотрим на фигуру. С фигурой все нормально. Так, ножки у нее как раз такие, как надо. Здесь у нас провал. А ноги персонажей аниме, они совершенно ровные. Только вот где чулочки, там, конечно,
вот такие небольшие углубления. Суставы не проработаны, как правило, у персонажа аниме. А так, в общем, ее фигура вполне соответствует. То есть работа будет минимальной. Я тут отобрал необработанные кадры. Ну, так как это у нас что-то среднее между аниме и хентаем, лицом-то понятно, мы сейчас быстро его помнем, как-то покрасим. И, знаете, можно отделаться даже легким испугом. И вроде будет похоже. А вот с туловищем, которое, в общем и целом похоже, но отличается, тут уже придется повозиться. Ну вот, у нас уже вот такая красотка, вполне такая какая-то мятная и нежная. Хорошо, нажмем открыть. Никаких изломов, вообще никаких. Потому что это у нас, по сути дела, уже графика нарисованная. Аккуратненько, аккуратненько здесь. Да, вот так вот, вот. И дальше смотрим на вот эту вот линию. Аккуратно. И смотрите на стул, чтобы он не слишком сильно был покороблен вашими действиями. А вот здесь все. Здесь давайте уже все это аккуратно вычищать, выпрямлять.
И смотрим, что еще может быть на теле имеет смысл. Ну, имеет смысл вот здесь вот. Очень аккуратно это все убрать. То есть набираем текстуру здесь и аккуратненько подметаем все это проделок. Все линии упрощаются, все, что может стать более нежным и ярким по цвету, делается нежным и ярким. Подбородочек всегда делается более острым и более овальным. И, в общем-то, все у нас в результате получается, ну, что-то вот такое, да, под этот самый аниме или хентай. На чем, позвольте попрощаться и пожелать творческих успехов. До свидания.